Игра началась, смотрим. Душ Сантуш Авейру. Манчестер Юнайтед атакует. Есть варианты, куда сделать пас. Нужно выходить вперед, бей! Манчестер отправляет мяч в сетку. Сильно пробил, попал в створ и прошил голкипера команды соперника. 5 минут прошло, и счет открыт. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Надежно играет защитник. Атака прервана. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Отобран мяч. Надо возвращаться. Не прошла эта передача мяч у соперника. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Морган Шнайдерле. Шнайдерле. Это может быть опасно. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Шнайдерле. Может получиться интересная атака. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Навес. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Морган Шнайдерле. Душ Сантуш Авейру. Это может быть пол команды обыграл. Ничего себе. Душ Сантуш Авейру. И это просто шедевр. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на заглядение. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Манчестер Юнайтед будет сбрасывать из-за боковой. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Мемфис Депай. Тут может что-то получиться. Отличный кросс. Навес точно в руки вратарю. Пока неплохо. И здорово читают эту подачу защиты. Отличный удар. Удар головой. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. На пару решили разыграть эту комбинацию. Отлично сыграно, надо решать. Момент для удара. Да Сильва. Неточный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Душ Сантуш Авейру. Посмотрим за этой атакой. 2 минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Великолепный пас. Хороший оборонительный.
Замена у Манчестер Юнайтед. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Манчестер в атаке. Хороший момент. Кейн добивается успеха Манчестер Юнайтед. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Удар Кейна! И он забивает! Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй, оформляя таким образом дубль. А у нас 4-0, то ли еще будет. Манчестер идет вперед. Убрал защитника с дороги. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Душ Сантуш Авейру. Мяч летит в сторону ворот. И я подозреваю, что этот промах его прилично расстроил. Но он сегодня же на хитрик должен идти. Конечно, ему пока обидно. Давно ходили слухи об интересе Ювентуса к этому игроку. Но сегодня, насколько я понимаю, дело дошло до конкретики. Да, трансфер наконец-то состоялся. И, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Отобран мяч, надо возвращаться. Поль Погба. Какой пас проходит? Это может быть опасно. Потеря. Джердан Шакири. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? 20 минут до конца основного времени матча. Манчестер Юнайтед атакует. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. И защитник вовремя блокирует этот кросс. Стандартное положение. Угловой. Решил пробить. Нет же гола. Душ Сантуш Авейру. Это может быть опасная атака. Он просто не заметил оппонента. И как опасно пробил. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Какая боль! 5-0. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Замену сейчас тренер хозяев проведет. Да, игрок готов уже выйти на поле. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Отличный удар. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Две минуты добавляется. Женели Имбюла. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом.
Мемфис Депай. 0 и все, матч завершился.